На фестиваль съехались участники разных творческих коллективов из Омской области и других регионов России. Вокальные, инструментальные и хореографические таланты продемонстрировали на сцене Дворца культуры и взрослые, и дети. За 9 лет своего существования фестиваль не просто окреп. Он стал привлекать внимание все большего количества поклонников. Кто-то традиционно приходит на праздники финно-угорской культуры, а кто-то сделал для себя приятное открытие. Нам очень приятно то, что за 9 лет мы достигли такого уровня. К нам люди идут, и так задача, которую ставит перед собой культурный центр в рамках работы Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации, она выполняется. Нам приятно то, что люди сами без нашего персонального приглашения приходят. Это им нужно, им важно. Они уже ждут финно-угорию ежегодную нашу. Я редко здесь бываю. Пришла, но мне очень понравилось. Весело, красочно. Замечательно. Я сейчас посмотрела, и дети, и взрослые, мы все пришли кто как, а настроение поднялось необыкновенно. Вы каждый год ходите на этот фестиваль? Нет, впервые. Я не ожидала и просто довольна, что попала сюда. Одно из основных направлений финно-угорского культурного центра – это развитие комплексного представления о традициях и культуре самобытных народов. Помимо концертной программы, на фестивале была организована ярмарка поделок. Подобные мероприятия вызывают большой интерес у жителей Омской области к традициям и обычаям финно-угорцев. И что очень ценно, сплачивают представителей самых разных национальностей. Впервые на фестивале побывали инвалиды из фонда «Территория милосердия». Все красиво, хорошо организовано, молодцы. Так красиво, так приятно. Новая культура, новые традиции. Нам всем интересно. Люди должны больше узнавать друг о друге и понимать, что нет, мы все люди, у нас у всех сердце и всех красная кровь. Нас ничего не делит. Ни национальности, ни культуры, ни традиции, ни политика. Мы просто все люди. Есть просто только добро. По признанию организаторов фестиваля, от зрителей и посетителей ярмарки чувствуется колоссальная отдача. Интерес к финно-угорской культуре растет с каждым годом. Жаль, что у представителей власти не всегда находится время для посещения такого нужного и важного мероприятия. Алла Левина, Григорий Бадьянов, Обком ТВ.